Видели мою группу поддержки? Вот все понемножку помогали. Да, потому что всем эта тема интересна, актуальна, и все с удовольствием принимают участие. Моя самопрезентация заключалась в том, чтобы рассказать о себе, как о специалисте, как о йоге, как о человеке, который хочет как можно больше развить это направление йогу и донести ее как можно большее количество людей. Я не сама как бы проводила свою презентацию. За меня ее провели прекрасные девушки из модельного агентства Fashion Deluxe. Презентовали они украшения. Была презентация моих украшений. Мне моя мама помогла сшить платье для них. В общем, моя семья меня поддерживала. В общем-то, мне очень все понравилось. Мне просто до слез. Даже если, в принципе, мы не выиграем, мы знаем, что это будет лучше, чем если бы мы сидели дома и смотрели телевизор. Мы этим занимались и будем заниматься, даже независимо от того, что получим или не получим сегодня. Ну, конечно, немножко перенервничала, но очень много эмоций, положительных достаточно много. То есть заинтересовала очень игра, то есть сделала выводы. Сегодня были очень эмоциональные и такие представительные выступления, и мы очень долго все-таки решали, а кто будет лучший. И даже я вот некоторый секрет открою, у нас не было даже, набрали одинаковое количество очков, второе и третье место. То есть вот тут было все очень плотно, и мы все-таки решали, а кому отдать предпочтение. Tell you, but what's failed me at this time?